Вот продолжение дня сегодняшнего, 25 апреля. Вот я подъезжаю тут между первым и вторым мостиком у нас. Слив сделан тоже один. А там вдалеке кто-то из фермеров опять поджег свое поле, солому, чтобы сжечь. И дошло до этого лога. Вот она сожженная, а там наши потеряевские дома стоят. Ну, сейчас посмотрим, что тут творится. Ну, конечно, вода уходит. Притом, ой-ой-ой, промыло так как здорово. Да она промыла полностью все, что мы делали. Вот высота какая. Вот это да. Все наши труды ушли мимо. Тут он все выломало водой. Вот я уровень стою, на собаке видно. Вот уровень воды. Целый метр примерно. То есть она, вода дошла до естественного грунта, как она до этого была. Да, печально, конечно. Ничего не сделаешь. Надо тут что-то делать. Срочно тут он.